Еще до того, как стать супругой принца Гарри, Меган Маркл была известна своей активной гражданской позицией. В частности, актриса выступала против избрания президентом США Дональда Трампа, считая его недостойным высокого поста. После того, как бизнесмен занял овальный кабинет, будущая герцогиня Сассекская продолжала высказываться о нем в негативном ключе. И вот Трамп отправился в Великобританию с первым государственным визитом. Высокий гость встретился не только с Елизаветой, но и с членами ее семьи, включая принца Гарри. Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную. Незадолго до визита в Лондон Трампу задали вопрос по поводу отношения к герцогине Сассекской, считавшей его когда-то женоненавистником. «Я не знал об этом. Что я могу сказать?» «Я не знал, что она была злобной», — заявил президент США Дональд Трамп. «Давно ждал возможности обсудить с Елизаветой и государственное дело фото Гетти Имагес». Стоит отметить, что Трамп еще в период президентской кампании прозвал сторонниц Хиллари Клинтон злобными женщинами. Так что его слово относится, скорее, не к характеру Меган, а к ее политическим взглядам. К тому же, миллиардер заявил, что английская принцесса американского происхождения — это здорово. В Лондон Дональд Трамп прилетел вместе с супругой и дочерью Иванкой. Во время встречи с иностранной делегацией 34-летний принц Гарри предпочитал общаться с родственниками президента, а не с ним самим. Поклонники тут же пришли к выводу, что герцогу Сассекскому не понравились грубые слова лидера США и его жене. Сама Меган Маркл на встрече не присутствовала. Пока бывшая актриса находится в декретном отпуске, но должна выйти в свет уже 8 июня, чтобы посетить традиционный парад Trooping the Colour. Западные журналисты предположили, что герцогиня Сассекская специально проигнорировала важные государственные мероприятия, чтобы не пересекаться с Дональдом Трампом. Принц Гарри провел время в компании Иванки Трамп. Фото Гетти Имагес. Несмотря на скандал, возникший из-за резкого высказывания президента США, встреча в Букингемском дворце прошла спокойно. Дональд Трамп пообщался с королевой, а его дочь Иванка вместе с мужем осмотрела экспонаты из личной коллекции Елизаветы II. Визит президента США продлится 3 дня. За это время Трампу предстоит обсудить несколько важных внешнеполитических вопросов. Пока The Sun не сообщает, будет ли присутствовать Гарри на других встречах с хозяином Белого дома. Однако поклонники принца уверены, что конфликт супруги с лидером Америки не помешает их любимцу выполнять возложенные на него государственные обязанности. Клэс Пост, 638 079 подписчиков.